Так вот Иркутск меня провожает. Такой снегопад, блин. Дорогу вообще не видно. Банда собралась. Загрузились, ждем документы и выдвинемся все в одну точку. Все на Москву в одну точку пойдем. Опять этот переезд. Стоим уже 30 минут, продвинулись маленечко. Стоим. Сейчас остановимся в Тулыме. Пойдем в баньку. Помоемся, поброимся. И двинем дальше. Конец месяца. Надо бы километража подмотать. Времени немного дали. В Москву нам надо приехать на разгрузку 4 числа. Сегодня 27. Времени выше крыши. Но вот эти вот 28, 29, 30 и сегодня 27, 3,5 дня надо маленечко побыстрее проехать. Не в смысле скорости, а побольше километража надо проехать. А то у меня вообще мало. 12500 на сегодняшний день. Хотя бы за 3 дня 2,5 бы еще тысячи было бы очень хорошо. Но не будем загадывать, как будет, так и будет. О, открылся проезд, переезд. Поехали! Помылись в баньке. О, наши выезжают. Поехали. И мы тоже двинулись. Попарились в баньке. Вот банечка. Нормально, такой запах, как будто к деду в баньку сходил. Кафешка неплохая. Девчонки веселые. Симпатичные. Вот, называется кафе. 24 часа. О, такая маленькая стояночка. Здесь так покушать. В баньку сходить. Белюша, Белюшка называется. Белюшка, как-то так красиво. Белюшкина, Белюшка. Сейчас до Нижнеудинска дойдем. Нижнеудинский заправочка. Заправимся и дальше пойдем накручивать километры наши. Блин, вообще такой кайф. В бане помоюсь, прям вот, блин, как такое прям силы прибавляется, все обалденно. Чайку зеленого с лимончиком долбанули. Ну что, поехали? Поехали. Поедем, поедем, Петруха, кататься. Взлетная полоса. Доброе утро, дорогие друзья. А почему доброе? Потому что утро. Просто так. Ночевали в Канске на объездной в Дор-Сити. Проснулись. Серега Иван спереди идет. Позавтракали, помылись и двинулись преодолевать российскую, одну из российских объездных вокруг города Канска. А я на юный еще, смотрите, освежитель поставил и не убрал. Ух, это еще только въезд на мост. Thank you.
так вот жители собственными силами восстанавливают дорогу, не дожидаясь. Но есть у нас лихие парни, которые даже по бездорожью идут, как по асфальту. Кто-то крыло потерял. Привет. Привет, а ты что не через город-то? Боишься ездить? Эту дорогу я тут по рации мужики рассказывали. Построили военные. Вот этот промежуток. Его даже как бы на картах нет, этой дороги. В общем, она ничья. Ни федеральная, ни местная, никакая. Ну, бывает у нас так. Ничья дорога. В общем, нас много в России, хоть что придумывают, лишь бы ничего не делать. Вот и все. Ездите по своей стороне. Потихонечку ругаются. А что ругаться-то? Конечно, каждый хочет по более ровному месту проехать. Что ругаться-то? Канска, скоростной участок объездной дороги Канска. 30 км в час прибавили. Вот Париж до карты надо где устраивать. Не, ну как бы она дорога-то нормальная. У нас большая часть страны по таким дорогам ездит. В любую сторону с федеральной трассы свернуть, и везде такая дорога. А вот он знак, смотрите. Видно, где-то 40 км в час. Нельзя больше. Ну вот этот. Заканчивается знаменитый участок федеральной трассы объездной города Канска. Сейчас мы попадаем на тещин язык. Да, здесь даже это присутствует. Вот такая вот объездная. Ну вот, в принципе. Сейчас. Дальше нормально. Тут еще участочек есть, но там асфальт разбитый. Это уже бог с ним. Что-то спереди случилось. ГАИ стоит. Это Новосибирск. Отцепился прицеп и вот разбил эту машину. Вот этого отцепился. Неудачно произошла стыковочка. А мы едем, у нас тут ремонт дороги на Новосибирской, северной объездной. Реверсивное движение уже третье. Уральские горы. Кто-то спереди у нас потихонечку едет, совсем. Тише меня даже. Тише меня кто-то едет. Ну, мы так бодренько идем, газ я выключил. С газом в горку не идет. С газом лучше горку обойдет. О, о,
Одни кузнечики выпрыгивают потихонечку со стоянки. Вот, теперь мы поедем. Здоровая. Войдет. Взорвалось колесо и подушку. Подушку даже въебало. Въебало. И амортизатор, блядь, отрезало у него нахуй. Ударной волной. Я бы не затягивал. Ну, я не знаю, что, зачем она затягивает, да, упала. А, да? Стой, стой! А, это, можно обратно чуть-чуть? Разве отойди в сторону? Отсюда надо. Ну-ка. Опускай! Стой, стой! Вот, давай! Опускай! А та сторона? Залезла та сторона, смотри-ка! Нет, та сторона! Подожди, стой! Молотком надо подстучать ее туда-сюда. Нет, надо ее как-то подвинуть, где там дырка? Подожди, я только убери руку. Подожди, поднимай чуть-чуть! Стой, знаешь что, нажми эту сверху! Хорош! Поднимай, хорош! Стой! Опускай! Стой! На молоток, ёбать! Всё, давай! Опускай! Серегина стоит за ним, а я... Парень остановился тоже помогать. Вот здесь вот, о, какая дама, да? Деньги-то настоящие прям, правда приклеенные. О, как живая, бля. Вот, поставили, что там у них не получается там? Что-то не получается, что-то не подходит, не подлазит. Сейчас спросим. Ну что? Все, Серег, получилось? Что молчишь-то? Все, вроде пока. Все получилось, все нормально. Ну да, если бы она зашипела, она бы уже травила. Блин. Трубку прикрутили, да? Да. Я затянул. Затянул? Все, блядь, четко все сделают. Дядя Коля хорош снимает. Чего все так это, да? Мы еще этот, не помылись, не проснулись. Я как звать? Оскар. Привет, Оскар. Передавай. Да, всем привет, все. Починили. Сделали. Всем привет. Чего вы так стесняетесь? Вообще, вчера выручили. Ладно, давай, Оскар, давай. Давай, пока. Пока, бля. От тебя отделаешься, бля. Что-то... Сережа бегает. Здорово! Привет, привет! Как дорожка? Лучше всех! Лучше всех! Молодцы! Москва! Летим в Москву! Привет передавай друзьям, однополчанам, всем супруге. Нашим лидеровским привет! Домашним тоже! Домой, на Урал! Вот. Ну а что, остальных я вижу
систематически всех. Все, разгрузились. Вы ушли с маршрута. Парни остаются. Я поехал на загрузку. Здесь мы отстаивались. После разгрузочки вон Серега тоже на загрузку поедет. Мне заявочка пришла вчера, сейчас ночью перегончик сделаем, но утро, время 4 часа, ехать тут 10 километров, я решил быстренько перескочить, ну так вот это вот, в Домодедово у нас пустота. Ребята все спят, отдыхают. Да. Все, мы поехали работать, работать. Новый рейс, новые приключения. Это М4 у нас впереди идет. Но нам на нее не попасть. Ну, сейчас выйдем на Каширку, по Каширке доедем до 107, повернем направо и на месте. На месте, и завтра у нас загрузочка, и поехали.